этот матч, конечно, за эти прошедшие матчи можно сказать, что были какие-то нюансы, которые не получались. Это где-то ошибки в блоке, ошибки в нападении, но мы всегда делаем свои выводы и стараемся исправить это. Последний вопрос. Что ваша главная цель в этой чемпионате? Я считаю, главная цель в этом чемпионате, во-первых, показать красивую игру, чтобы наши болельщики были довольны и, естественно, завоевать самые высокие медали на этом чемпионате. Спасибо. Спасибо большое. Thank you so much. Thank you so much.